Всем привет, дорогие друзья! Собираем аудиторию. Мы очень давно не виделись, давно не слышались. Я надеюсь, что вы плодотворно провели то время, когда Midnight Loft Online, так сказать, уходил на небольшие каникулы. Но сейчас эти каникулы закончились, они подошли к концу. И, как я и обещала, в общем, мы продолжаем наш сериал, наши conversations, нашу лофт-терапию с замечательными музыкантами, с людьми, которые принимали участие в лофт-филармонии, люди, которые безумно талантливы, люди, которые совершенно разные. И весь этот нестандартный режим самоизоляции мы все прошли вместе, хотя мы находились совершенно в разных городах и странах. И вот сегодня у нас прямое включение с Голландии. Вот. И наш участник, наш гость нашей импровизированной студии Виталий Ватуля, это замечательный саксофонист, участник лофт-филармонии 15 ноября 2018 года, то есть в прошлом сезоне. И прошло вот уже практически, ну, почти полтора года с того момента, но мы продолжали общаться, насколько это было возможно. В общем, всячески поддерживаем связь. И сейчас, конечно же, в Midnight Loft Online он появится незамедлительно. Я вот уже вижу его запрос. Я вас не буду томить, и вот... Сейчас пообщаемся. Сейчас узнаем все горячие подробности. Виталик, привет. Да. Привет, Олесь, привет. Как видно, как слышно, как связь? Все хорошо. Да. Виталик, как дела? Я вижу, что у тебя уже изменился имидж. Это то, о чем я думаю. Это та мода, которая называется самоизоляционная стрижка. Да, это сбрил корону называется, да. Ты знаешь, тебе очень хорошо, тебе очень идет, и выглядишь хорошо, отдохнувшим. Спасибо. Как у вас ситуация? Как вообще в Голландии? Как твои личные дела? Ты знаешь, у нас с 6 мая официально закончился карантин. Это не значит, что все начало работать, но это значит то, что сейчас поэтапно открываются сначала магазины, потом офисы, потом еще какие-то учреждения и так далее. Но до 1 сентября отменены все абсолютно концерты и массовые собрания. Вот. Соответственно, вся музыкальная деятельность, она приостановлена до сентября. Вот. Угу. А там будет видно. Уже как будут продлевать, не продлевать, или вот. Ну, у вас хотя бы есть какая-то конкретика, потому что этой конкретики, допустим, в России как бы как не было, так и нет. Но, ты знаешь, вот я уже тут, наверное, всех достала этим вопросом, но, тем не менее, я все не теряю надежды. Вот онлайн-опции, да, которые сейчас, ну, стали возможны, это стал единственный вообще такой вот вариант. Ну, во-первых, первый вопрос. За это все время, вот когда у вас сохранялась эта самоизоляция, ну и сейчас пока массовые мероприятия, в общем, не активны, насколько для тебя, вот, допустим, онлайн-концерт, вообще были ли у вас онлайн-концерты за это время, и как ты относишься к такому? То есть понятно, что нет этого погружения, мы уже много говорили о том, что и для публики это не то же самое, для артистов тем более, это еще и техническая какая-то нагрузка, но все-таки в желании поддержать себя как артиста и в желании, ну, как-то накормить духовной пищей людей, был ли такой опыт у тебя? Нет, честно говоря, у меня не было опыта онлайн-концерта, и с одной стороны это было осознанно, с другой стороны, ну так получилось. Сейчас такие времена, когда очень много появляется онлайн-контента, абсолютно разного. Листаешь ленту любой социальной сети и видишь, насколько каждый человек играет постоянно, несколько раз в день. И это немножечко затирается. Вот. Здесь, мне кажется, важно понять, что спрос у людей не увеличился. То есть та публика, которая слушала концерты и ходила в концертные залы, она очутилась дома, и в этот момент у нее не произошло какого-то голодания. То есть она точно так же избирательно слушает какие-то стримы, может быть, из больших концертных залов, которые до сих пор происходят, или избирательно определенных исполнителей. Вот. Mm-hmm. Но я просто, если как бы анализировать всю онлайн-активность, то сейчас слишком много контента. Слишком много контента, и, соответственно, качество его
к сожалению, в большей части оно ниже среднего из-за того, просто из-за того, что люди снимают на подручные средства. Вот. Ну да, это такой получается влог на минималках, я его называю. Ну, нет, это понятно, ты знаешь, это замечание вполне оправданное. Ты знаешь, мы вот ломали голову, что все-таки, знаешь, как бы хочется, а не можется. То есть хочется дарить людям, да, продолжать что-то. Хочется, ну, поддержать в себе вот это вот внутреннее горение. И, знаешь, вот у меня уже много раз тут проскакивали светлые мысли, что, в принципе, вот, наверное, ты не будешь отрицать, потому что есть некоторые темы, которые нас объединяют помимо исполнительства, но об этом мы чуть попозже поговорим. Что роль любого музыканта, вообще такого, ну, уважающего себя, и который действительно смотрит на музыку как на искусство, ну, в каком-то великом понимании, просвещать аудиторию любой ценой. И я понимаю, насколько много вот конкретно ты делаешь в этом направлении там, с Машей, да, то есть у вас, ну, об этом, я говорю, попозже поговорим. Вот, может быть, в другом формате, не в формате концерта, да, то есть как ты относишься, например, к ведению какого-то влога или, может быть, для саксофонистов, да, потому что инструмент, ну, более чем специфический и, ну, скажем честно, у нас очень мало хороших саксофонистов, да, то есть я понимаю, что ты находишься в другой стране, но мы себя считаем своим искренне, вот, и очень радуемся, когда вы приезжаете, то есть, может быть, какие-то, ну, как мастер-классы записаны, или, может быть, там какая-то онлайн-активность типа уроков, но, опять же, не уроков. Вот что-то такое у тебя приходило в голову? Не чесались руки начать что-то творить? Ты знаешь, чесалось с самого начала, но всегда стоял вопрос, делать ли это быстро, да, вот на волне начала вот этого вот, вот этой карантина, да, или изоляции, или делать то, что вот останется, может быть, на хотя бы какое-то время и будет полезно другим людям. Вот. И все время перевешивало второе. Угу. Сейчас вот на правах рекламы хочу сказать, что есть несколько тем, которые очень хочется раскрыть в виде нескольких видео для наших соотечественников или, ну, в общем, коллег, духовиков, не только саксофонистов, некоторых тем, которые не, на мой взгляд, они очень недооценены, да, или очень мало внимания обращается на них, как, например, интонация или какие-нибудь такие исполнительские дела. Вот. И поэтому, да, на правах рекламы хочу сказать, что совсем скоро появятся эти видео, которые, где мы поднимем вот темы именно исполнительские, но в более углубленном и широком формате, чтобы этим материалом можно было пользоваться, ну, даже в плане методики. Вот. Угу. Ну, это очень здорово. Мы теперь вообще потираем руки, и мы как бы ждем, ты нас так подогрел, ты понимаешь? А когда? Когда анонс-то? Я боюсь пропустить, потому что, ты понимаешь, я как бы краем глаза, я не успеваю за всеми следить, но то, что я даже вот вижу на YouTube, да, вот как вдруг начинают продвигаться эти каналы, я понимаю, что нет дыма без огня, значит, что-то будет. Контент-то готовится. Так когда да, же? Да. Я думаю, что в течение нескольких дней выйдет первая серия. Вот, невероятно. И посмотрим на отклик, и дальше будем... Но это, знаешь, это такое вот накипевшее, я бы сказал бы, с тех пор, как я переехал в Амстердам, очень много таких моментов исполнительских, которые, или приоритетов, я бы сказал бы, которые здесь подчеркиваются, а в нашей стране они, к сожалению, еще не в приоритете. И, mm-hmm. Я надеюсь, я понятно говорю. Нет, вот. Все абсолютно понятно, да, yeah. Мы просто слушаем. И хочется поделиться, да. Mm-hmm. В общем-то, даже если говорить про некоторые программы нашего фестиваля Reformers, это тоже что-то, какие-то идеи, подчерпанные из нашего опыта пребывания здесь. Да, потому что здесь очень открытая аудитория и очень много экспериментов. И вот в рамках фестиваля мы тоже очень много делали экспериментов, но уже для российской публики. Вот. Mm-hmm. И это становилось немножечко даже новаторским.
То есть я правильно понимаю, это получается, вот ты сказал, что это пройдет под флагом, то есть эти вот публикации, да, которые ты готовишь, это тоже часть реформы, это тоже часть фестиваля, как бы, или нет? Нет, про или флаг я не думал. Или это уже как бы как другой проект мыслится? То есть я понимаю, что вы очень плодовиты, в данном случае конкретно ты. Вот. Ну, то есть, или это какой-то вот такой свой проект, а Маша там готовит свой? Я уверен, что Маша готовит свой, и наверняка мы его увидим. Это спойлер, это Виталик, это был сейчас спойлер. Но... Я думаю, что это больше такой частный проект, без шапки, без флага или без лозунга. Да, потому что здесь все-таки будет аудитория более узкая, чем у нашего фестиваля. Понятно. Ну, в любом случае, я желаю, как говорится, процветания этому начинанию, потому что я считаю, что, ты знаешь, вот если так можно выразиться, вообще какой-то и русский сегмент, да и вообще интернациональный сегмент, вот который касается классной, высокой академической музыки, когда ты смотришь, и ты реально понимаешь, что да, это хорошо сделано, это полезный контент, это, знаешь, это такой дефицит. Вот я себя тоже на самоизоляции пинала со всех сторон, чтобы начать выкладывать, ну, допустим, какие-то лайфхаки по арт-менеджменту, даже вот самых-самых низов, потому что, знаешь, вот у нас тут часто обсуждается тема, что в консерватории, как в принципе в Ельске, хотя в Ельске, наверное, чуть лучше, потому что там есть менеджмент как таковой, да, абсолютно игнорируется какая-то, ну, грамотность элементарная. То есть люди, ну, не понимают, как написать письмо, да, вот, а ведь все с этим сталкиваются, концертные организации. Ну, и уже дальше вот по плану. Поэтому вот то, что ты говоришь, это на самом деле бесценный вообще контент. Поэтому, ребят, вот кто смотрит, обязательно, во-первых, подписывайтесь, да, на Виталика, чтобы получать эти обновления. И, во-вторых, я уверена, что это будет сделано топово, потому что этого катастрофически, повторюсь, не хватает. И вот, Виталик, уже вот здесь вот плавно мне бы хотелось, как пианистке, немножко, так сказать, поработать сегодня над своим просвещением. Вот, наверное, сейчас это прозвучит несколько даже банально, но все-таки. Вот многие из публики, да, в том же самом лофте, да и вообще по всему миру считают, что вот твой инструмент, саксофон, да, это как бы, вот говорят, саксофон, сакс, все, первая ассоциация, джаз, короче, джазмены, вот какой-то дым, вот эти вот маленькие кабаки, рестораны и все такое. Вот мы с тобой сегодня будем разрушать этот стереотип, и давай докажем, что саксофон в первую очередь, ну, я, конечно, догадываюсь, я где-то читала вроде как об этом, это все-таки инструмент, который имеет непосредственно отношение к академической музыке, и, кстати, вот, дорогая аудитория, я хочу напомнить, что Мария Немцова и Виталий Ватуля, они играли в лофте абсолютно как бы сонатную программу, где, если мне не изменяет память, ваш друг Жан Данимиша, да, Фернандо де Крюк, Эрвин Шульхов, Эдисон Денисов, но теперь ты понимаешь, вот вы меня так распалили, что я теперь жду Клода Дебюсси и Софию Губайдулину, еще там целый список, чего я жду. Ну, Виталик, вот скажи, что же все-таки такое саксофон? Почему... Саксофон это самый динамично развивающийся инструмент из, ну, вот, ныне существующих. И я хочу сказать, что сейчас мы переживаем золотой век этого инструмента, потому что, наконец-то, композиторы начали обращать внимание на этот инструмент. Они не боятся его использовать, они не боятся писать для него, они не боятся его возможностей, и они уже знают его возможности. Вот. И напомню просто, как историческая справка, что саксофон был создан и прожил первые 70 лет как классический инструмент. И только в 20-х годах 20 века он возглавил вот эту волну джаза и стал королем джаза. И поэтому, конечно, джаз, он более популярный в широких кругах. И в джазе он нашел место абсолютно, ну, безоговорочно. Для классического инструмента он был достаточно неизвестен. И мы, к сожалению, пропустили некоторое время, когда жил тот же Шостакович, Прокофьев, Рахманинов и другие композиторы, которые могли бы написать очередной шедевр. Но тогда это не случилось, а сейчас все в наших руках. Вот. Ну, ты знаешь, я вот как человек, который...
ну, честно тебе скажу, да, вот как бы с развитием проекта, с появлением определенных людей, да, вот я не могу сказать, что как бы я никак не относилась к саксофону. Я, конечно, относилась, потому что как минимум в рамках даже курса музыкальной литературы, сейчас это прозвучит, ну, несколько наивно, но у того же там Безе, да, там у Равеля, ну, в активнейшей вообще фазе находится саксофон, да, то есть обращают специально музыковеды на это внимание, что вот вы посмотрите вообще какой тембр, как его умело там начинают только вот буквально в зачатке использовать. Но в рамках камерной музыки, вот в хорошем смысле слова, ты для меня стал, ну, таким первооткрывателем, потому что, ну, окей, хорошо, мне даже доводилось играть с саксофонистами, да, до этого, такая легкая тоже подробность обо мне, но это был Мио, это был, как бы, знаешь, Скоромуш, вот эта вся история, когда там такой саксофонист, все это играет, там, фиоритура, нет, ну, понятно, что там это все непросто, но это все-таки какой-то другой такой характер, скажем так, да, какие-то цирковые есть в этом элементы, и такая легкая музыка, назовем это так, ну, в сфере академической музыки, но когда играются серьезнейшие четыре, да, вот таких вот полотна, и каждая по-своему, ну, как тебе сказать, они настолько разные, вот эти четыре произведения невозможно сравнить. И, ты знаешь, я частенько вспоминаю этот вечер, потому что, наверное, больше всего, вот мне в первую очередь, даже не больше всего, в первую очередь меня заставила соната Шульхова тогда очень активно заняться вообще его творчеством, ну, потому что была такая яркая модерация, проход сонату, ну, а все остальное по мере поступления. Вот подписчики Лофт Филармонии не дадут соврать, да вы и сами видели, что я недавно опубликовала другое, как бы, видео, где вы играете кусочек, фрагмент такой очень-очень интересного бэкстейджа Жан Денимиша. И, собственно, вот это ваш друг, насколько я знаю, и тоже очень интересный человек. Вот его судьба и его какой-то вклад вот в саксофоновое искусство. Вот как ты расскажешь нам об этом, как ты его оцениваешь вообще? Да, он наш друг, но до этого это один из самых значимых профессоров в Европе, выпускник Парижской консерватории, и я его, естественно, узнал как педагога изначально. Стал он нашим другом тогда, когда он сам предложил поучаствовать в нашем проекте «Музыка за мир». И в этот момент мы очень сильно сблизились, потому что человек абсолютно открытый и, как говорится, open-minded, и для него важно делать какие-то... В общем, делать какие-то проекты ради идеи больше, чем ради какого-то профита или каких-то, я не знаю, корыстных, что ли, целей или хайпа. Ну, в общем, я думаю, что это прекрасная модель современного саксофониста, который совмещает две специальности, как минимум. Это исполнительство и композиторство, да, и композицию. Вот, и совмещает это напрямую, при том с определенным уклоном, потому что он расширяет репертуар того инструмента, на котором он играет, он его досконально знает, без, как говорится, без дураков, и самое главное, что он сам исполняет свои произведения, он показывает, он задает этот уровень исполнения. Вот. И это очень уникальный, можно сказать, человек, и он очень разносторонне развит, у него также черный пояс по айкидо. Какой опасный саксофонист, слушай, ну надо же! Вот, и, ну, там можно долго обсуждать его достижения и качества. Я думаю, что то, что... И я с ним как раз недавно, я с ним разговаривал, как он видит совмещение там, своего композиции и исполнительства. Он говорит, что он не видит это в другом варианте, потому что мы саксофонисты, у нас до сих пор есть пробел в репертуаре. И единственное, как мы можем его... заполнить, это или писать музыку, то, что он делает, или работать с композиторами, да, чтобы как можно больше репертуара было написано вот в работе, в коллаборации с композиторами. А вот, ну, транскрипции имеют место быть, ну, как бы это, конечно, не оригинальный текст, но все же лучше, чем ничего, это же тоже имеет место быть, или на этой ставка не делается? Транскрипции — это... На мой взгляд, сейчас это уже не в тренде.
Потому что раньше нам надо было доказывать, что это классический инструмент. Нам надо было доказывать, что этот инструмент может играть наравне со скрипкой, с кларнетом, с другими, с виолончелью, с другими инструментами. И поэтому зачастую использовался репертуар тех инструментов, на которые хотел исполнитель подражать. И мне кажется, это немножко затянулось в какой-то момент. Мы стали думать, что транскрипции или переложения – это наш основной репертуар. И, ну, это, конечно, безусловно, не так вообще. Да, но мы перестали направлять нашу как бы активность в поиск нового репертуара, в изучение нового репертуара. И это в том числе камень в огород нашей музыкальной литературы, особенно в вузах, где обучение заканчивается на шнитке, и современная музыка там же заканчивается, да? Переехав в Амстердам, я понял, что здесь бакалавриат, начиная со Штокхаузена. А, ну нормально, то есть там как бы уже такой интервальчик, ты что-то пропускаешь, как бы неизвестно. И для них, общение на тему современной музыки – это общение на своем родном языке. Для нас, к сожалению, для выпускников российских вузов до сих пор это что-то... мы можем... немножко поговорить об этом с композиторами, потому что у них более углубленное изучение современных композиторов. Да? Но кругозор очень, очень узкий, к сожалению. И возвращаясь, опять же, к уклону на транскрипции, мне кажется, этот тренд прошел, и сейчас уже никого не удивишь, что у тебя очень быстро бегают пальцы, и ты играешь как скрипач, ты играешь как флейтист, ты играешь как, в общем, как любой другой виртуоз. Но вопрос в том, что какую цель ты преследуешь? Ну, Виталик, а тебе могу сказать, что у тебя очень быстрые пальцы. Вот для тех, кто вдруг, если кто-то не слышал, это большое упущение, послушайте. Во-первых, есть, ну, сейчас как бы в рамках YouTube, а потом я обязательно приглашаю к себе или на все площадки. Во-первых, у людей есть свои два фестиваля активно действующие, так что услышать вы просто обязаны, дорогие друзья. Так вот, возвращаясь к твоим быстрым пальцам. А сам-то ты, как бы, ну, раз есть такая проплешина, вот открой занавес, как бы, тайны, может быть, ты тоже пописываешь, так сказать, ну, какие-то опусы? Может быть, ты тоже на самом деле занимаешься тайно какой-то композиторской деятельностью? Нет, лично я это не делаю. Я думаю, что... Ну, у меня просто к этому, наверное, нет особого влечения, но я заменяю это тем, что мы постоянно с Машей ищем контакты композиторов и какие-то взаимные точки соприкосновения. И то есть вот получается, да. Как бы, извини, то есть получается, что вы поддерживаете таким образом вот эту самую молодежь, которая классная, но неизвестная вот в композиции, да? И, соответственно, как бы, ну, то есть вы, у вас очень крутые проекты, потому что действительно, я уже заметила, вы объединяете вокруг себя массу талантливых людей по разным специальностям, и таким образом у каждого есть возможность, ну, засветиться, что ли, как-то подняться вот в топ из этого всего вот ненужного состояния, потому что, знаешь, как шутят у нас вот в музыкальской среде, тебе шутка, наверное, это известно, говорят, ой, пианисты, так жалко, так их много, так жалко, наверное, все пойдут работать на свободную кассу, а потом вспоминают о композиторах и говорят, а нет, вот этих ребят даже больше жалко, должно это сначала откинуться, а потом уже только будет понятно, великий это был композитор или нет. Вот такой черный юмор вам в ленту. Извини. Получается, что благодаря фестивалям вы находите тех людей, которые пишут классную музыку, и вы потом ее играете. Да, как пример, например, как, извините за тавтологию, но на прошлом фестивале прошлой осенью у нас был концерт посвященный, это был концерт камерной музыки, но составленный из композиторов 21 века с русскими корнями или просто русскими. То есть это Леша Курбатов, потрясающий композитор и пианист, и Лера Уэрбах. Это американская официально американский композитор, которая родилась в Челябинске и переехала в Америку.
Но, то есть, русские корни, они никуда из музыки не деваются. Но тут мы солидарны, потому что они звучали и в Лофте, как бы обоих этих ребят я чудесным образом тоже знаю и люблю. Вот, так что мы, как бы, коллеги еще разок. Вот, да. Виталик, а вот если внедриться все-таки вот в вашу проектную жизнь, опять же, если кто-то не в курсе, речь идет сразу о двух начинаниях. Вот давай с тобой по порядку. Насколько я помню, первое начинание, это такое, я даже не знаю, это не фестиваль, это именно проект, да, «Музыка за мир», который родился сколько лет назад уже? Скоро будет 10. Ну вот, скоро у вас уже юбилейчик. Ребят, 10 лет назад. И суть этого фестиваля, вот я сейчас в черне так опишу, потом Виталик меня поправит, где я была не права, что происходит масса негативных событий вообще в нашем мире. Совершенно ужасных. Там войны, какие-то теракты. Ну, в общем, вот как сейчас, например, это вам надо на весь мир вообще. Кругосветное путешествие сейчас делать уже, начинать планировать, потому что, ну, постоянно происходят какие-то апокалипсисы, коллапсы. И, в общем, люди страдают. И задача музыкантов не только просвещать, но и поддерживать. То есть давать, когда уже и крова нет, и уже надежды никакой нет, приходит музыка, которая дает надежду. И вот ребята этим занялись 10 лет назад и ездили во все вот эти вот горячие, назовем это так, точки, для того, чтобы просто вот, рискуя на самом деле даже своей жизнью, ну что тут уже говорить, это на самом деле так, в эти неблагополучные места для того, чтобы люди не потеряли присутствие духа. И вот эта тема, ты знаешь, я сейчас говорю, у меня даже мурашки по коже как бы так вот туда-сюда они у меня гуляют, потому что это страшные вещи. И как вообще, не то что пришла в голову эта идея, как вы отважились на это? Как все произошло? Вот расскажи по порядку, пожалуйста. Да, я, честно говоря, миллион раз уже отвечал на этот вопрос. Я просто по-другому теперь сформулировать. Я думаю, что мы немножко пересмотрели свои приоритеты в первую очередь. То есть, когда мы начинали этот проект, у нас достаточно были сильные карьеры наши. Мы выступали очень много и по всему миру. И идея зародилась как бы изначально с мыслью о Беслане. Да? То есть туда, куда мы поехали первый раз. Вот. И мы не знали, сработает это или не сработает вообще, как люди к этому отнесутся, потому что и так туда гуманитарную помощь возят и с разными флагами, с разными лозунгами. Мы приехали абсолютно без флагов, без лозунгов. Мы приехали от человека к человеку. Вот. Мы сыграли концерт, мы провели мастер-классы. И мы поняли, что это работает. Мы поняли, что отклик, он просто настолько колоссальный, что люди подходят и говорят спасибо, что вы к нам приехали. Потому что вот им этого внимания, им этого, как бы, этой инъекции очень не хватает. Вот. И это нам дало огромную дальнейшую внутреннюю силу продолжать ездить по, тогда это были постконфликтные страны, постконфликтные зоны. Вот. И потом мы уже поняли, что нам надо ездить всегда по обе стороны конфликта, когда это две страны, например, как Палестина и Израиль. Это в первом же сезоне у нас была Южная Осетия и Грузия. Вот. И, опять же, без флагов, да, без каких-то политических лозунгов. Ну, да, музыка вне политики, как бы, я так понимаю, это красная нить. К сожалению, очень часто музыка используется как политика. Вот. И это надо людям объяснять, что, к счастью, мы приехали без политики, вот, поэтому не надо на нас смотреть косо в каких-то местах. Вот. Слушай, а вот одна из таких близлежащих, ну не то что катастроф, но новостей, которая задела весь мир, вот, собственно, во Франции, когда горел собор Парижской Богоматери, вот как-то вы отреагировали на это, или это, ну, не попало, скажем так, ну, в таргет? Ты знаешь, я наверное, скажу, что это четвертый сезон «Музыки за мир», он закончился как раз первым фестивалем «Reformers». А, то есть одно перетекло в другое, и как бы получилось, что... Да, то есть это не то, что у нас появился фестиваль из чего-то, кроме «Музыки за мир», это было как бы продолжение
проекта. И с тех пор мы еще до сих пор не возобновили наши поездки. То есть, так как в Париже это произошло намного позже, мы сопереживали все, читая эти новости, конечно. Вот. Но до активных каких-то действий это, к сожалению, не дошло на тот момент. Mm-hmm. То есть, получается, вот как бы вы, ну, переродились на том этапе, вот, когда это произошло, в Reformers, и вот уже дальше идея, если так можно выразиться, она была в чем-то действительно преобразована, то есть магистраль – это вот ваша дуэтная единица, да, которую, наверное, надо было упомянуть в первую очередь, что Vita Duo, да, это, собственно, название вашего дуэта с Машей, и та самая камерная музыка, да, и вообще, в принципе, любая музыка, которую вы играете вдвоем, она, видимо, побудила, да, создать такой вот, камерно-инструментальное начинание уже с расширением в сторону каких-то других составов, друзей. Если ты говоришь про проект. Хорошо, я объясню, как родился фестиваль. В конце каждого сезона нашего проекта у нас были гала-концерты, на которые мы приглашали детей из этих стран для того, чтобы их поддержать в профессиональной деятельности и дать им возможность сыграть с оркестром, или получить какие-то консультации столичных профессоров, вот, и дать им определиться с дальнейшей их профессиональной судьбой. И мы очень гордимся тем, что, в общем-то, все абсолютно наши финалисты проекта, они продолжают сейчас обучение и в Америке, и в Европе, и в своих странах, откуда они приехали. И всегда это был, сначала это был один концерт, гала-концерт, потом это было два концерта, один камерный, другой с оркестром. На третьем сезоне это было уже 4 концерта. И четвертый раз, когда каждый сезон мы прирастали нашими друзьями и как бы союзниками, музыкантами, которые к нам присоединялись в этом проекте. И в конце четвертого сезона мы поняли, что гала-концерт, формат гала-концерта, куда входит 40 музыкантов и как минимум там 6-7 концертов, это уже не формат гала-концерта. Поэтому мы сделали формат фестиваля. Вот. Uh-huh. И первый фестиваль прошел под знаком саксофон, хотя мы этого не хотели. Странно, конечно, очень странно, подозрительно даже. Ну, просто очень много саксофонистов, которых мы хотели привести и хотели показать. И у нас, слава богу, была возможность это. Мы сделали, мне кажется, такую маленькую революцию. Мы привезли на тот момент в общем-то, лучших саксофонистов мира. И солистов, и квартет Хабанера впервые в России. Они тоже приехали и сыграли 2 аншлаговых концерта. Это тот самый квартет, да, который мы с тобой обсуждали с таким названием, которое не русифицировано практически. Да. Это очень хороший квартет, ребят. Вот. Ну и как бы помимо, конечно, саксофонистов, там был потрясающий Боря Бровсин, скрипач. Там был Женя Румянцев, тоже участник Луфт филармонии. И огромное количество других музыкантов, других специальностей. Вот. Но так получилось, что практически в каждом концерте присутствовал саксофон. Вот. Но, ну, Виталик, я не знаю, это как бы что-то значит, наверное, да. Интересно, что мы начали обсуждать то, что красной линией проходит саксофон после завершения фестиваля, а не до его начала. Ну, ты знаешь, это, видимо, как бы, да, не специально, но я подозреваю, что, как бы, заметила это, конечно же, Маша, совершенно случайно. Для тебя было все нормально, как бы ты даже и не заметил. Наверное. Обычный пейзаж, знаешь, как бы такой саксофоновый. Слушай, слушая эту историю, да, вот как бы о двух проектах, да, которые перерастают в фестиваль, что-то постоянно у вас меняется, у вас такая движуха. Ну, сложная вообще история. То есть я к тому, что вот, честно говоря, так сразу... Очень хорошо, что ты сейчас это рассказал, потому что я уверена, что у многих, ну, не то, что возникали вопросы, просто хотелось еще раз по полочкам разложить, какой путь вообще вы прошли. Потому что, ты знаешь, ну, если я позволю себе сказать, как продюсер продюсеру, я могу сказать, что огромный труд. И самое главное, вот самый главный вопрос, который я хочу
не то, что как бы вообще оценить, просто поднять, что под это дело, под эту идею, оказывается, реально иной раз там найти, ну, в какой-то, да, момент, там, и финансирование, и как бы вас, ну, услышали, то есть причем услышали на каком-то государственном уровне, то, чего, допустим, Лофту, ну, как ты знаешь, пока что не удавалось при всем уважении, но тем не менее это так. И вот насколько это был долгий путь, и что же нужно было, ну, вот на твой взгляд, что послужило таким поворотным моментом? Потому что, ну что ж, много проектов, не будем скрывать, которые пытаются, ну, хороших, плохих, неважно, продвигать детей, да, как бы заниматься там какими-то благотворительными там вещами, но это не работает, концепт какой-то очень крутой. То есть, очевидно, есть какой-то, ну, назовем это секретный ингредиент, который, я не знаю, ты готов озвучить в онлайне или нет, или какая-то сумасшедшая грамотность в этих бумагах, потому что бумажная волокита, ребята, ух, вообще в пол все это дело. То есть, как ты считаешь, вот сейчас, находясь на позиции, вот так вот трезво, что послужило толчком в этой истории, чтобы это запустить вот на том уровне? Ну, я, наверное, думаю, что мы в какой-то момент не опустили руки. Потому я что... так и знала, что тут как бы сила духа сейчас сработает. Да, мы били в одну точку, и мы добились какого-то результата. И знаешь, мы били это... не один раз. И, мы, это не значит, что это, как сказать, пробилось в одном месте, допустим, да, в одном направлении. Это не значит, что другие направления тоже не прорабатывались. Вот. Но да, в какой, то есть надо не терять надежду, надо делать, надо подавать и еще раз подавать. Вот и все. И потом самое интересное, что взять то количество заявок, которые мы создали и подавали в течение, там, я думаю, что года, наверное, да, мы подавали эти заявки, каждый раз в процессе ты меняешь очень многое, потому что ты домысливаешь, у тебя есть фидбэк, ты знаешь, что можно уже писать, что нельзя писать, кому можно писать это, кому можно писать то, у кого какие интересы и так далее. Но это можно только в процессе понять. Это нельзя понять теоретически, даже если кто-то тебе рядом будет стоять и говорить, вот это не надо писать, или, ну, или это не надо предлагать. Ты знаешь, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что действительно у каждого свой путь, абсолютно с тобой согласна, потому что я по этой скользкой дорожке тоже как бы несколько раз уже, так сказать, сходила, вот, ну, пока что повторюсь безрезультатно, но руки я не опускаю и надеюсь, что когда-нибудь все-таки услышат и меня, вот, но у меня вопрос, знаешь, какой в связи с этим рождается, вот такой, ну, сложный на самом деле. Вот смотри, что я могу сказать про наши высшие учебные заведения в связи с этим? Ну, во-первых, я немножко в шоке, почему, допустим, саксофон, ну, как инструмент, как специальность, присутствует, слава тебе, Господи, в Гнесинке, и совершенно его нет в консерватории. Значит, ну, у меня такой легкий, это первый вопрос. И под вопрос такой, какой бы ты, ну, вот, дал совет вообще ребятам, которые все, вне зависимости от ситуации, ой, от специальности, от ситуации тоже сорвалось с языка, которые заканчивают сейчас консерваторию, они находятся в поиске, то есть они блестящие, там, допустим, исполнители, но у них есть амбиции и какие-то внутренние ресурсы для открытия потенциального фестиваля, проекта, там, чего бы то ни было. То есть вообще стоит ли этим заниматься или не стоит? Вот два таких вот вопроса. А почему саксофона нет в Московской консерватории? Она настолько консервативна? Во-первых, это единственная консерватория в мире такого уровня. Да, которой нет. Я повторю. Единственная консерватория в мире такого уровня, в которой нет класса саксофона. В которой до сих пор не признают саксофон. Так, мы чуть подвисли, ребят. Так, спокойно. Виталик. Так, мы висим, да? Висим. Так, это, видимо, был какой-то бан от Московской консерватории, вот, что все-таки единственная консерватория мира, в которой нет специальности саксофон. Ну, что же было дальше? Я думаю, что на самом деле у Виталика села батарея, вот такое могло произойти. Сейчас мы его еще раз позовем. Слушайте, ну очень душещипательно сегодня онлайн. Вот, к сожалению, мы не видим ваших комментариев совершенно, потому что меня попросили их убрать. Так что сегодня без вопросов. Но у нас много интересных тем, которые мы сегодня затронем. Да.
Вообще, конечно, сакс удивительный инструмент и по тембру, и вообще как бы как вид, и как... О, это что-то невероятное, потому что и сам звук, и то, как, какие программы можно с ним придумывать, как можно разнообразить камерную музыку и музыку вообще, собственно говоря, любую. Ребят, композиторы, кто смотрите сейчас, нужно срочно браться за перо и начинать вот просто вот уже сейчас, во время Midnight Loft Online, кропать какие-то опусы, желательно сонаты. Если вы напишите сонаты, возможно, когда-нибудь, может быть, вы сможете это исполнить в том числе и в Лофт-филармонии, потому что я уже потираю руки и жду, как говорится, второе пришествие Vita Duo к себе в гости, я надеюсь, в реале. Но даже если это будут какие-то онлайн-концерты, то тоже, разумеется, не откажусь совершенно от их компании. Вот. Сейчас мы попробуем еще раз сменеджерить нашу ситуацию. Момент. Ждем нашего гостя. Ну, собственно, вопрос, конечно, был без подвоха, не в сторону Московской консерватории, так что если нас Московская консерватория только что обрубила, пожалуйста, включите обратно Виталика. Мы будем вести себя хорошо. А по поводу ребят, которые заканчивают пятый курс сейчас и аспирантуру, я пока сама отвечу на этот вопрос, как я считаю, что много амбиций, много желаний начинать какие-то проекты, и я как человек, который тоже когда-то находился на этой отметке, скажу вам честно, вы никогда не можете трезво оценить, какой это объем работы, насколько вам много или мало, или очень много придется работать. И не надо этого бояться, потому что если вас это зажигает, если вам нравится та активность, ну, которая, собственно, вам бы хотелось этим заниматься, да, каким-то проектом, каким-то жанром, поднимать его из забвения или улучшать, или, может быть, находить какие-то интересные программы, какие-то делать нестандартные коллаборации, приглашать своих друзей из-за границы. Много чего можно придумать интересного. Нужно непременно за это браться, потому что, знаете, что я заметила? Что наша культура, она ведь в наших руках. Не только судьбы вершат профессиональные продюсеры, которые работают в концертных организациях, и менеджеры, которые находятся у них в подчинении. Агентств у нас, напомню, нет, или практически нет, да, то есть на них расчета нет никакого, как правило. То есть сами музыканты должны в себе обнаружить вообще какую-то смелость и не бояться обучаться. Это не сухая наука, менеджмент — это так же интересно, как и исполнительство, и потом это комбинировать, потому что, смотрите, плюсы, они же очевидны. У вас уже есть какой огромный набор знакомых музыкантов, прекрасных музыкантов, ваших друзей, однокурсников, ровесников, которых вы бы с удовольствием, да, к себе бы пригласили, как будто бы вы приглашаете их к себе в гости. А, в общем-то, благодарная публика и аудитория обязательно, обязательно это оценит. Вот мне Виталик написал в всплывающем окне, что он не может зайти. Вот я сейчас ему еще раз отправляю. Вот. Это должно быть в личных сообщениях, Виталик, если ты меня слышишь. Вот смотри, сейчас, хопа, я тебе отправляю. Ну-ка. Сейчас попробуем. Попробую еще раз. То я тут вам сейчас уже целую лекцию прочитаю. А я их открыла. Я открыла комментарии, давай. Я не вижу, где тут твой. Так, о, сейчас должно получиться. Вот. Да, и снова здравствуйте. На самом интересном прервалось. Я... Консерватория забанила, Виталик. Да. Вот, я уже в пламенной речи прям был. Ты продолжай, давай. Да. Итак, я думаю, что проблема в смене поколений. И нам просто нужно дождаться, что поколение сменится. То поколение, которое принимает решения, которое стоит во главе кафедр, во главе отделов и так далее. А сейчас вот. Все быстро вспомнили, кто сейчас у нас заведующий кафедрой по духовикам. Ну, я-то точно знаю, Виталик, я же тебе рассказывала о своих как-то опытах, которые сейчас нельзя в онлайне озвучивать в своей работе. Поэтому я с этими персонажами знакома, как ни странно, как никто. Поэтому я все понимаю. Да. Ну, потому что они до сих пор думают, что саксофон и балалайка – это инструменты, которые не должны присутствовать в классическом образовании. А с ними спорить бесполезно. Потому что... надо, да, может быть, опасно для жизни просто. Да. Вот. Поэтому нам до сих пор приходится доказывать определенному кругу людей, что саксофон – это академический инструмент. И самое обидное, что приходится доказывать профессионалам. Вот. И, ну, с этим придется какое-то время жить еще, да, и вертеться.
Вот. Понятно. А вот на вторую часть вопроса я тут пыталась закисять баррикады, пока тебя не было в онлайне. Я тут уже ответила на все твои вопросы. Вот все-таки твое мнение по поводу молодого поколения. Вот ребята, они хотят что-то делать руками. И ты понимаешь, тоже такая ситуация. Вот ты учился в Гнесинке, кстати, да, вот как инструменталист. Ты не помнишь случайно, вот у вас был такой предмет уже, как менеджмент, хотя бы в виде факультатива? То есть вас чему-то такому учили? Ну, это был факультатив, это было отделение вообще менеджмента. Вот это я знаю, да, что есть отдельное, как бы, это слава богу, а вот вам, как вот, ну, музыкантам, преподавали что-то? Или? Нет, нет. Ну, я не помню этого. Ну, я ходил на все лекции. Лекции менеджмента там не было. Ну, хорошо, смотри, вот сейчас обездоленные консерваторцы, им, значит, запустили несколько лет назад экспериментально именно вот инструменталистам лекции по менеджменту. Причем не все. То есть считаются самые умные у нас пианисты, в лучшем случае композиторы ФСИ, может быть, какие-то там теоретики, не знаю. Ну, то есть это вообще с миру по нитке, то есть скрипки, то есть это все. Духовики туда же. Никому не надо, оказывается, ничего. Все будут безграмотными расти, как трава, значит, подзаборная, а потом тихонько сядут в оркестр. Видимо, вот такой вот на них прицел. Я решила разрушить этот стереотип, когда мне потихоньку там позволяют изредка что-то там подсчитывать. Вот, я пускаю абсолютно всех. То есть у меня как бы просто студенческий, все, студент консерватории, мне этого достаточно. Даже если стоит, тоже проходи и садись, и будешь учиться. Просто вот я заметила, что молодежь хочет открывать, но не знает, с чего начать. Вот, в принципе, глобально, уже сейчас, находясь совсем не в начале этого пути, Виталик, ну, ты знаешь, какая это работа. Я тут тоже уже, как море разливанное, рассказывала, что сложно. Стоит ли таким заниматься? Или... Если вы хотите... Смотря какая цель. Если цель заработать деньги... В России заниматься менеджментом, где нет ни одного частного агента, это большой вопрос. А если есть цель реализовать свою страсть, свою какую-то идею, то, наверное, это единственный двигатель сейчас есть. И самое интересное, что главное понимать, что вы не одни. Что огромное количество людей в разных абсолютно специальностях, в разных отраслях, они делают то же самое. И они точно так же страдают. Абсолютно одинаковые проблемы, одинаковые трудности. И, в общем-то, да, повестка дня, она одинакова везде. Да, я думаю, что выигрывают те, кто делает больше и делает это лучше, и не сдается. Вот. Ну, а здесь уже, да, здесь надо понимать, какая цель. Если цель не оправдывает средства, или, ну, не знаю, на самопожертвование не хочется толкать людей. Вот. А на строительство хочется их толкать? Вот смотри, допустим, если этих, ну, энтузиастов, будем называть вещи своими именами, становится больше, и ты говоришь, что в России нет ни одного агента. Ну, я, естественно, такой человек, я не стану с тобой спорить, потому что это абсолютная правда, что называется. Но их же можно взращивать. То есть, понимаешь, в какой-то момент может быть такая вот точка отсчета, когда вот ничего не было, а потом вот оно так потихоньку начнет расти. Или ты в такие вещи утопии не веришь? Что можно это построить в каком-то виде у нас. Я думаю, что пока института этого нет. И так как есть монополия филармоний, этот институт, он, ну, он есть в сфере услуг. Например, свадьбы, корпоративы, поп-звезды. Да? Агенты всегда там присутствуют. Звоните, лучшая фраза, звоните моему агенту. Ну да. В классической музыке есть какие-то агентства, да, несколько их есть, но это все или они принадлежат, или по какой-то эгидой одного человека, или группы людей заинтересованных, да, то есть они обслуживают конкретных людей. Так, чтобы это было более открыто, пока этого, ну, как института этого нет. Но это мое личное мнение. Может быть, я не прав.
Нет, ну как, это мнение, тут невозможно быть до конца правым там или до конца неправым, это правильно то, что ты говоришь, просто я надеюсь, ну, может быть, я, опять же, в силу своего характера, да, мне хочется верить, вот, наверное, так правильно звучит, что можно что-то менять, потому что вроде как, знаешь, вот обидно за страну, обидно даже конкретно за консерваторию, даже возьмем настолько узко, ведь, ну, талантов много, и в России, и в Москве в целом, да, все вот эти вот вузы, их, слава богу, несколько, они выпускают, ну, блестящих профессионалов, и почему же именно нашей географической, на нашей отметке нет как бы достойного количества организаций, чтобы применить этих людей. То есть получается, что уехать, да, это, ну, вынужденная мера, а там тоже неизвестно, потому что есть, во-первых, пардон, свои музыканты, ну, то есть что я рассказываю, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. То есть, опять же, ты тоже уже отталкиваясь там от специальности, наверняка есть какие-то свои специфические скелеты в шкафу. Ну, с этим разобрались. Виталик, а я тебе вот предлагаю немножко свернуть на фантазийную такую дорожку. А, вот если бы я тебе сказала, слушай, ну, там у вас куча проектов, вы такие креативные, вот, а вот ты конкретно, вот, и твой саксофон в камерной музыке, да, или вообще в музыке, в принципе, вот если бы я тебе сейчас сказала, какой-то формат будущего, вот такой вот просто сразу, первое, что у тебя появляется, что бы это было? Знаешь, пройдя вот сквозь этот онлайн, который сейчас был, то есть это может быть, знаешь, какой-то такой гибридный. Ну, я понимаю, что это сумасшедший абсолютно вопрос, но тем не менее, интересно, как ты на него ответишь. Если ты можешь уточнить, ты имеешь в виду, какой формат будет востребован, или что такое будущее репертуара, или, ну... Ну или вот нет, что-то... я не репертуар, а вот именно, допустим... Ну, знаешь, вот как формат лофта, да, там есть модерация, там есть концерт, там есть там темный зал, да, вот, ну, в общих чертах. Так я вижу, как бы, да, будущее, скажем так. Mm-hmm. А вот если бы тебе сказали, да, вот у тебя есть некий зал, там некая концепция, вот что бы это было? Было бы это в онлайне, было бы это в реале? Сейчас этот вопрос как никогда актуален, потому что если бы была достойная техника, то, в принципе, ну, дело с концом. Может быть, и так, и так. Не знаю. Я думаю, что мы, так как мы сейчас оказались в таких условиях, выброшенные в открытое море, при том все абсолютно, онлайн от нас уже никогда не отстанет. В каком это виде будет и как это получится дальше, мы тоже не можем пока представить. Я думаю, что это будет какой-то синтез. Синтез и чередование. Живое исполнение всегда будет цениться выше. Живой контакт, да, life experience. Ну да, безусловно. Я думаю, что это никуда не уйдет. Надеюсь, что мы отскочим от этого состояния, которое сейчас происходит. Вот. Потому что обмен энергии – это то, что ты не можешь понять и прочувствовать, когда ты находишься напротив гаджета. Ну, вот. Безусловно, тут спорить, да, конечно. Вот даже сейчас, да, мы с тобой находимся в таком формате. То есть я на самом деле чувствую твою энергию, ты не подумай. Вот, по сути, если так абстрагироваться, я сижу, и я как бы втираю своему телефону. Ты понимаешь, как это выглядит? То есть это на самом деле так. Хотя вот в таком, кстати, да, вот формате, я должна признать, что очень живо это получается. С музыкой это работает. Ну, может быть, будут какие-то супертехнологии, да, но нет этого эффекта, ну, погружения. Потому что все-таки ты хочешь чувствовать, ты хочешь даже дыхание, может быть, иной раз слышать. Поэтому тема наболевшая, и в этом ты, конечно, абсолютно, абсолютно прав, я тебя поддерживаю. Слушай, ну у меня такие еще вот вопросы, ну, из обычной реальной жизни. Вот за время люди, они же остались людьми, слава богу, мы живы, здоровы, вот, и каждый выживает как может, вот, но какие-то лайфхаки, то есть даже для какого-то, знаешь, ну, вот баланса своего, вот ты, наверное, как и любой, в принципе, человек, имел возможность наблюдать, ну, за собой, ну, так немножко даже со стороны. Что тебе привнесла самоизоляция? Может быть, у тебя появились какие-то интересные привычки, которые там раньше не было. Может быть, ты там, не знаю, занимался каким-то специфическим видом спорта. Многие ударились, например, там в йогу, ну, опять же, для того, чтобы, да, как-то успокоиться. Вот. Кто-то готовил с утра до ночи, там, ну, открылся кулинарный талант, и хобби какие-то новые появились. Вот что у тебя?
Ну, много всего, много новых привычек. И надо понимать, что все наши стереотипы, они новые. Мы абсолютно в новой ситуации сейчас жизненно находимся. И мы должны с этим как-то свыкаться. Мы должны как-то с этим жить, находить какой-то мир. В том числе, если мы прошли самую первую ступень из пирамиды Маслоу, да, когда мы физиологически наши какие-то потребности и безопасность мы обрели, дальше мы можем подумать о том, что все то, что мы делали раньше, мы делали правильно. И не на автоматизме, а так, как мы хотим, или так, как нам, так, как мы чувствуем. Вот. В этот момент я специально подчеркнул, что после вот этих вот двух ступенек, да, это надо понимать, потому что сейчас большинство людей, они заняты тем, что они думают, как им выжить, к сожалению. И музыканты в первую очередь на этом острие находятся. Очень много разговоров о том, что большая часть музыкантов могут просто не вернуться в специальность, потому что сейчас мы как бы понимаем, что в каком статусе мы находимся, да? В каком статусе, вот в какой-то иерархии, да? К сожалению. Извини, что это такие... Нет, это интересно, это как бы наболевшая тема абсолютно. Да. Вот. И опять же, как люди из этого выйдут, это очень интересно. И самое интересное, как они придут к своему какому-то медиуму, когда. Я думаю, что вот этот шок для всех с карантином, который скоро закончится, но не закончится скоро, и только из-за того, что люди перестанут жить так, как они жили раньше, самое интересное, что они перестанут поглощать столько же услуг, информации, концертов, в том числе, как они делали раньше. Я надеюсь, с концертами это будет в меньшей степени, но то, что покупательская способность упадет, и просто отсеется лишнее в информационном поле, вот как здесь, это очень любопытно, на самом деле, посмотреть. Надеюсь, что у нас хватит у всех здоровья и сил. Я просто хочу немножко выйти на позитив неожиданно, потому что после того, как ты сказал вот сейчас эту всю пламенную речь, я просто переживаю за публику. Вот. Что, смотри, ну так, без каламбура скажу, люди, которые ходят на концерты классической музыки, ну хорошо, может быть, они не каждый могут позволить себе билет, но будем брать какой-то средний, да, вариант, они настолько в этом нуждаются, что ты понимаешь, даже, я понимаю, что такое пирамида Маслоу, оспорить, ну, невозможно, конечно, но есть как бы в противовес, что те, кто настолько привыкли, понимают, что пища духовная, грубо говоря, она, ну, не менее важна, чем пища физическая. То есть, может быть, конечно, я не буду сейчас произносить красивых фраз, что я не выпью эту чашку кофе, но пойду на концерт, потому что, может быть, не будет ни того, ни другого, да, вот, сама пошутила сама над собой, но тем не менее, вот, ты знаешь, у меня все-таки есть надежда, что, да, будет непросто. Ну, то есть это было бы странно отрицать. Но мы выживем. Главное тоже как бы к этому относиться с такой позиции, что не отдать то, что было наработано, да, какие-то злые, какие-то лапы высших, там, я не знаю, каких-то инстанций, да. То есть эта ситуация произошла со всеми, и вот эта вот беда, она кажется, ну, мне так кажется, она должна нас сплотить. И вот то, что на самом деле свято для каждого из нас, а для каждого из нас, конечно, ну, абсолютно священна сцена, как бы, да, и те усилия, которые каждый из нас затратил для того, чтобы прийти к той точке, на которой мы оказались. Может быть, знаешь, там, мне жаль детей, которые сейчас должны идти там на обучение, да, то есть только постигать эти азы. Возможно, этого не произойдет, это роковая какая-то совершенно вещь. Но все-таки вот те, кто уже составляют какой-то костяк везде, хотелось бы, чтобы они остались, и мы приложим максимум усилий. Согласись, это будет именно, да, так. Да, я хотел бы добавить, будем ли мы прежними? Ну смотри, ты меня узнал, я узнаваема. Нет, я говорю именно про наши привычки, про наши отношения, про наши приоритеты.
Если говорить как, вот если на уровне менеджеров или на уровне организаторов каких-то мероприятий, насколько мы будем экономически вынуждены делать так, чтобы нам это экономически было невыгодно? Ну, я про то, что людей там сейчас хотят в аудитории сажать в шахматном порядке, да, чтобы была дистанция. Так, Виталий, или... пожалуйста, у нас вот 26 секунд, мы должны договорить, наверное, да? Да. Выходит во второй договорить? Да, конечно. Хорошо, тогда сейчас, ребят, вы тогда все перескакиваете в следующее окно, я особо не прощаюсь. Мы сейчас вернемся через секундочку, после рекламы, как говорится. Так, вот мы вернулись. Включаю комментарии. Начинаем. Угу. Оля, привет. Всем привет. Всем привет, с кем не поздоровалась. Так, Виталик, ловлю. Привет, привет, привет. Вот, так, да. Здравствуйте. Вот, я остановился на наших привычках, да, и на наших каких-то, на нашем мироощущении. Я думаю, что оно поменяется, надеюсь, что в лучшую сторону, но что-то нам привычно уйдет, что-то останется, то, что мы, без чего мы жить не можем. Вот, вообще это как-то, мне кажется, немножко очистится все. Потому что у людей, наконец-то, у музыкантов появилась возможность... позаниматься. Вот я все ждала, скажешь ты про занятия или нет. Ну сколько ты новых программ выучил, сознавайся. Я не выучил ни одной новой программы, но я хочу сказать тоже в виде рекламы, что я готовлю презентацию диска. Наверное, это в первую очередь впервые произойдет онлайн. Вот. Но она, у меня была запланирована презентация офлайн в Амстердаме, но по понятным причинам она была отменена, потому что, в общем-то, все до сентября отменено. Вот. Угу. Но это будет новый экспириенс для меня. Я никогда не презентовал свой диск в онлайн. Так, вот. Когда там идти в онлайн тоже? Давай нам дату, время, значит, мы подстроимся. Я думаю, что это будет середина июня. Середина скоро. Июня. Ну, да, мы так совсем скоро. Потихоньку уже и досидим. Мы, нас еще не выпускают, поэтому нам дают побольше мероприятий, нам очень тут скучно, мы тут уже это самое одной ногой на балконе стоим. Виталик, а что за лейбл и какая программа? Или ты не можешь нам еще открыть эту тайну? Я могу открыть эту тайну. Значит, программа называется Beyond Words, между слов. И программа включает в себя саксофон с электроникой. Это абсолютный эксперимент для меня был, потому что мне важно было нырнуть в те воды, в которых я никогда еще не плавал. И мне посчастливилось встретить на своем пути звукоинженера Славу Попругина. Наверняка ты его знаешь, потрясающий пианист, который играл очень много и очень хорошо с Натальей Гутман. А теперь у него собственная студия в Голландии. И я думаю, что у нас получился очень хороший результат, потому что если бы не Слава, этого было бы невозможно по себе представить. Вот. Просто настолько... Я себе не мог представить, что... возможности звукорежиссера и музыканта в одном лице настолько безграничны. Вот. И я хочу сказать, что этот диск писался с октября 2018 года. То есть это long-term project. Это даже раньше, чем лофт. Я просто так сопоставила, только что говорила, что полтора года назад как бы вы играли. Ну, то есть еще раньше. Вы уже были да. в процессе. Да. Вот. И тем самым мне очень волнительно, что сейчас... что, как на это отреагируют. Вот. Но на данный момент, конечно, результатом я очень
горжусь, потому что это все получилось, и получилось лучше, чем, наверное, даже мы планировали, или лучше, чем я у себя это в голове представлял. Вот, так что совсем скоро будет та самая презентация. Лейбл Quartz. Лейбл Quartz из Лондона. Ну, теперь, лейбл. Да, вот уже написали, жду с нетерпением, да, абсолютно верно, ждем с нетерпением. Скажи, вот мне интересно, а, соответственно, если выходит диск, он выходит, ну, как бы на всех доступных, да, платформах онлайн, то есть iTunes, он, да, будет доступен на Google, да, я так понимаю, Music. Замечательно. Да, все онлайн, да, все онлайн-платформы, ну и в физическом виде тоже, конечно. Ну, понимаешь, вот я, например, честно скажу, редко сознаюсь, особенно онлайн, у меня вообще есть такая очень нехилая коллекция именно дисков, и я собираю, кстати, вот у меня целая подшивка здесь находится в Москве от Лофтеров, то есть это такой у меня золотой запас, вот, надеюсь, когда-нибудь тоже, так сказать, приобрести или получить этот диск, вот, но для начала всех призываю, поскольку все сейчас прикручены, значит, уже руками и мозгами к гаджетам, ребят, давайте, значит, через iTunes в середине июня я вам там лишний раз напомню, когда уже, так сказать, этот диск увидит свет, вот, потому что на самом деле, чтобы саксофон с электроникой, ну, это действительно какой-то эксперимент. Для нас это, ну, что-то такое сумасшедшее. Это надо один раз, видимо, послушать, вообще врубиться, понять. Потому что, знаешь, вот среди, не знаю, может быть, среди твоих вот каких-то друзей, ну, которых я не знаю, например, вот, ну, среди моих друзей я не вспомню никого, чтобы кто-то писался с электроникой, играя при этом, там, допустим, академическую музыку. Вот это тоже такая тема, да, ограниченность, вот эти вот квадратные рамки абсолютно, в которые мы вот как в шорах едем. Что если пианист, значит, классический пианист, академический, значит, этюды Листа, там, этюды Шопена, и все, и пошел вон. А вот там, чтобы что-то такое, там, не дай бог, с каким-нибудь, там, не знаю, что-нибудь сумасшедшее сделать, да, с перформансом, там, или с той же электроникой соединить, это сразу нет-нет-нет-нет, это не ко мне. А вот мне нравятся такие дерзкие экспериментаторы. Ведь в Голландии, да, вот в Амстердаме, ну, понятно, что за страна, как бы, ясно, что это за столица, вот люди абсолютно, как бы, ну, open mind. И вот, кстати, из ваших коллег вопрос. Многие ли делают какие-то сумасшедшие миксы, может быть, покруче даже, вот, поэкстремальнее, чем с электроникой? Вот есть что-то приходит в голову тебе? Как пример? Да, ну вот я вижу в комментариях Аркадия Пикунова. Да-да-да. Это вот тот самый человек, который, да, который делает очень, очень смелые проекты. И я очень рад, что есть такой человек, который не боится это делать, будучи даже на данный момент студентом Российской Академии Музыки. Вот. Молодой, да ранний. Да, нам не хватает таких как раз революционеров, которые тут как это сотрясут этот мир немножко. Да. Понятно. Ну, последний буквально вопрос. Я не буду тебя мучить. Я понимаю, что у вас, так сказать, режим, который подчинен не всегда, а только вашим интересам. Намекну так. Вот, что есть некоторый пассажир, который требует особого внимания, и родители должны быть в адеквате. Вот, значит, все, последнее. По поводу тоже вот досуга, чисто такой даже уже не музыкальный вопрос, ну вот открой тайну немножко своей неартистической жизни. Вот что ты такое там почитал, посмотрел интересное? Вот поделись, что было любопытного, как ты коротал досуг на карантине? А досуга не было на карантине. Я хочу сказать, что как только у нас карантин здесь включился, это было в первой половине марта, то, как ни странно, работы и каких-то интересных проектов, их просто навалилось, да, и не было просто времени на какой-то досуг. Вот. Ну и еще, когда у тебя маленький ребенок, то досуг – это когда у тебя есть тишина в доме. Ты знаешь, это был лучший ответ ever. Мне просто, ну, нечего добавить. И я, поскольку, честно говоря, понимаю, ну, не на своем примере, но как бы были люди в моей жизни, которые мне рассказывали, что это такое, я отпускаю тебя. Я тебя благодарю за прекрасный эфир, Виталик. Мне было очень с тобой приятно пообщаться, интересно. Спасибо, взаимно. Захочешь еще раз? Только дай знать, нам сидеть еще долго. С удовольствием, с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. Да. Спасибо, дорогие друзья. Ну, я надеюсь, если у вас есть быстрый-быстрый какой-то вопрос, прямо супер-быстрый, тогда задавайте. А пока мы с вами просто прощаемся. Вот. Благодарим за внимание. Вот. Midnight Loft Online вернулся. Вот. Благодаря Виталику, между прочим. Я уже думала уйти, так сказать, на каникулы, но нет, нет, видите. Хорошие музыканты не заканчиваются. Видите, у каждого своя история. Это очень любопытно узнавать. И
интересоваться вообще, как коллеги по всему миру сейчас, что они делают, как вообще решают свои вопросы музыкантские, не только музыкантские. Поэтому все, Виталик, я тебе желаю спокойной ночи. Вот, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на Виталика Ватулю. Вот здесь, в Инстаграме, на Фейсбуке. И смотрите, значит, через несколько дней вас ждет, резюмирую, проект новый, который выходит на Ютубе. Да, который ходит на Ютубе, и в середине июня мы уже с вами будем вот такие, но тем не менее мы обязаны послушать новый CD-диск. Все, всем пока-пока, всех целую, спокойной ночи. Пока.